июня в Хасавюртовском районе и в городе Хасавюрт откроются два новых детских сада. Для того, чтобы проконтролировать ход работ на место строительства, выехал заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов. Его также сопровождали главы Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков, муниципалитета Коргали Коргалиев и многие другие. В первую очередь вице-премьер посетил площадку Хасавюртовской школы, где около 500 ученических мест, возводимое в рамках реализации национального проекта образования. Данным проектом предусмотрена просторная территория для торжественных построений и сбора обучающихся, учебно-опытная зона, творческие площадки для младших и старших классов и многое другое. Сразу после этого Телякавов посетил следующее образовательное учреждение на 804 ученических мест в селе Солнечное. Завершение ремонтных работ в данной школе планируется на июль текущего года. Проект школы состоит из нескольких корпусов – учебный, спортивный и столовая, а также будут предусмотрены спортивные площадки. Кроме того, был проконтролирован ход строительства детского сада на 200 мест в селении Куруш. На объекте уже проведена внутренняя и наружная отделка, установлены окна и двери, частично приобретена мебель и необходимое оборудование. В завершении проверки вице-премьер республики Муслим Телякавов провел беседу с подрядными организациями, озвучил ряд конструктивных замечаний, связанных с качеством работ, и обозначил низкие темпы строительных работ некоторых объектов. Для решения данной проблемы было предложено привлечь дополнительную бригаду рабочих. А также он отметил готовность к вводу в эксплуатацию дошкольной образовательной организации на 120 мест в селении Батаюрт Хасавюртовского района и ясли-сада на 200 мест в микрорайоне Мичурино в городе Хасавюрт. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».